Полиция Алматинской области задержала трех мужчин, подозреваемых в серии краж и разбойном нападении на дом одинокой пенсионерки. Злоумышленники орудовали в течение всего ноября на территории Каратальского района. В состав группы входили трое мужчин в возрасте 46-55 лет. Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности. Сейчас им инкриминируется причастность к 10 кражам чужого имущества. Основная часть преступлений совершена в городе Уштобе и один разбой в одном из близлежащих к райцентру сел. В Алматы задержан крупный наркоторговец. По данным департамента полиции, в его доме было обнаружено почти полкило наркотических средств. По оперативной информации, подозреваемый 1980 года рождения сбывал героин в собственном доме. В ходе санкционированного обыска с участием служебно-розыскной собаки было обнаружено и изъято около 300 граммов порошкообразного вещества бежевого цвета и свыше 200 граммов вещества растительного происхождения. Судебно-химическая экспертиза установила, что в доме наркодельца есть тайников изъяты героин и марихуана. У задержанного в общей сложности изъято около 1400 доз смертоносного дурмана. Началось досудебное расследование. Жительница Семея осуждена за то, что выкинула 2-литровую банку с балкона 10 этажа. Инцидент произошел летом прошлого года. Подсудимая утверждает, что решила вытряхнуть из банки скорлупу от яиц, но не удержала ее в руках. Стеклянная тара разбилась об голову мальчика. Несовершеннолетний получил серьезные резанные раны. В тот момент сама подсудимая находилась в нетрезвом состоянии. Суд приговорил ее к 6 месяцам лишения свободы и взыскал моральный вред в пользу потерпевшей стороны в размере 500 тысяч тенге. Банка имеет свой вес. По физике есть такое понятие, закон притяжения. Она падает вниз. Она не бумага, не фанера, которая летает. 10-этажного дома кинуть, это считается по 3 метра, это сколько будет? Почти 30 метров. 30 метров до земли, эта банка несла с какой скоростью. И банка разбилась о голову ребенка. Скальная тропа в Актау закрыта на несколько дней. Причина – пожар. По информации ДЧС региона, загорелся камыш. Пламя распространилось на деревянную конструкцию тропы. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты. К слову, случаи вандализма здесь происходят периодически. К примеру, неизвестные вырвали опору для видеокамеры и выбросили ее в море. На скальной тропе также часто ломают перегородки. С начала года на набережной города неизвестные разбили стекла 19 рекламных конструкций. Городская администрация ведет работы по восстановлению государственного имущества. В Алматы на территории рынка «Самал» произошел пожар. Загорелись пристроенные к супермаркету бутики. Общая площадь 150 квадратных метров. Огнеборцам потребовалось около часа, чтобы ликвидировать пожар. Жертв и пострадавших нет. От огня пострадало 9 бутиков, из них полностью уничтожены 7. В тушении пожара принимали участие 63 человека личного состава и 17 единиц спецтехники ДЧС Алматы.